Добро пожаловать на канал «Вкусно жить не запретишь». Сегодня я делюсь с вами легким, простым, но очень вкусным рецептом диетических бутербродов. Они готовятся из хлебцов, из плавленного сливочного сыра, помидор и зеленого базилика. Для начала подготовим помидоры. Выбирайте небольшие, спелые, красные, мясистые помидорчики. Обязательно, чтобы они были сладкие. Можно взять помидоры черри. Отрезаем хвостики, нарезаем колечками. Такими тоненькими. Помидоры я уже подготовила, нарезала на такие вот тоненькие, красивые кружочки. Теперь нужно намазать хлебцы сливочным сыром. Можно использовать любой мягкий сливочный сыр. Тот, который вы едите. Аккуратненько намазывайте тоненьким слоем и на тарелочку. Хлебцы намазали, теперь укладываем сверху наши помидорки. Я делаю это так, внахлёст. Каждый раз можно ложить различные ингредиенты, листья салата, и огурцы, и красную рыбку. Все, что вы хотите, то, что вы любите. И теперь завершающий этап – это листья зеленого базилика. Какой он ароматный, очень полезный. Такие легкие, но в то же время очень сытные. Бутербродики подойдут для перекуса с чаепитием на работе или дома. Зелени можно не жалеть, добавлять различную. И петрушку, если любите, и кинзу, и укроп. Итак, теперь осталось посолить. Я солю розовой гималайской солью, она очень полезная. И, конечно же, перец. Куда же без него? Все. Легко, здорово, доступно и очень аппетитно и полезно. Такие легкие, но в то же время сытные бутерброды, диетические, подойдут для всех и каждого. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!